Здравствуйте, это Сергей Архангельский. И этот видеокаст будет немного необычным. Он будет о подборе ключевых слов под ваши ресурсы. Этот видеокаст специально для участников бизнес-молодости, в коучинге которой я участвую. Один из вариантов было предложено парсить сервис Wordstat Яндекса. Но я предлагаю другой вариант. Парсить то, что предлагает нам Google. Google является поисковиком номер один по всему миру, и у него намного большая база по ключевым словам. И он может предложить ту функциональность, которую не дает Wordstat, и делать подсказки на определенные слова, о которых мы даже не можем догадываться. Поэтому прямо сейчас начнем. Вбиваем в Google Keyword Tool. Вот прямо так. И он в первых местах, вот прямо заходим в свой аккаунт AdWords. Обязательно делаю акцент на том, что необходимо прямо вот зайти в свой аккаунт непосредственно именно под логином и паролем. Потому что если вы зайдете как анонимный пользователь, то будете лишены определенной функциональности, которая очень-очень важна. Итак, мы заходим в свой аккаунт. Он постепенно загружается, и мы видим интерфейс. В него очень легко попасть другим путем, если вы нажмете инструменты и анализ, и инструмент подсказки ключевых слов. Это будет то же самое. И вводим вот в этом поле, в слово или словосочетание, нужное нам слово, нашу нишу. Ну, давайте по классике введем щебень. Нажимаем на поиск. И что мы видим? Мы видим очень интересную и красивую статистику. Google не просто нам вывел слова и количество показов. Он дал нам подсказки. Он дал нам подсказки, какие слова мы еще можем использовать. Какие словосочетания. И что самое главное, это все реальные запросы, которые набирают пользователи в течение месяца. Кроме того, что не самое главное, на что надо акцентировать внимание, мы видим в правой части экрана количество запросов по всему миру и количество запросов в месяц по вашим целевым регионам. Одно дело, когда вы продаете какие-то товары, которые можно отправить по всему миру, допустим, скачать тренинги личностного роста, или какие-то продукты, которые можно просто, программы, допустим. Или другое, что немаловажно, количество запросов по вашим целевым регионам. И благодаря этой таблице становится понятно, сколько людей в месяц запрашивают, допустим, гранитный щебень цена. И становится понятно, стоит ли или не стоит стараться продвигаться по такому ключевому запросу. Или, допустим, стоит понять, что еще есть синонимы, что люди набирают песок-щебень или щебень-песок. И стоит важно понять, что по каким-то словам конкуренция средняя, по каким-то высокая, а по каким-то может быть низкая. И именно по низкой конкуренции, допустим, стоит раскручивать ваш сайт, чтобы он приносил трафик. Я надеюсь, это понятно. Если бы вы не вошли в аккаунт Google, то у вас не было бы доступно вот эти варианты группы объявлений бета, а были доступны только варианты ключевых слов, которые значительно беднее, и тут намного сложнее ориентироваться. Надеюсь, это было интересно, но немаловажно уметь вот эти все дела аутсорсить и делегировать другим
своим людям или подчиненным, или фрилансерам. Именно поэтому я провожу в скором будущем, в этом месяце, в сентябре, свой бесплатный мастер-класс «Как вас обманывают фрилансеры». Вы можете зайти по странице, которая приведена внизу, и подписаться на него. Вот страница. Сейчас она загрузится. Я думаю, будет очень интересно. Я расскажу определенное количество фишек, которые вам могут помочь, и которые, благодаря которым вы сэкономите в разы деньги на оплату услуг исполнителям и фрилансерам. А также, если у вас есть желание, оставляйте комментарии, и я постараюсь в следующем бесплатном видеокасте рассказать вам, каким образом приводить достаточное количество людей с YouTube. YouTube представляет собой целую бездну бесплатного халявного трафика, который можно использовать. У меня лично очень большой трафик идет с YouTube. Очень много роликов моих находится в топе. И это дает... Вот, допустим, визуализация цели набираем. Опа, мой ролик на первом месте. Что это дает? Это дает то, что мы находимся на первой странице Гугла. Вот сейчас набираем то же самое в Гугле. И опа! Вот я нахожусь раз, два, три, четыре на пятом месте. Что тоже неплохо. Подписывайтесь на бесплатный мастер-класс. Заходите ко мне на сайт. Оставляйте комментарии. Это был я, Сергей Архангельский, мотиватор Life.ru. До свидания.